Друзья, всем привет! У нас для вас достаточно хорошие новости. Мы сейчас тестируем систему рекламных объявлений, которая будет работать по геопозициям, по ключевым запросам и так далее, и так далее. В общем, это такая внутренняя рекламная система, которая будет позволять каждому владельцу локации показываться наиболее эффективно внутри виртуального интерактивного пространства. Значит, у нас есть первое тестовое объявление. Сейчас здесь ротируется три объявления. Вот. Для тестов, соответственно, у нас есть вот такой вот рекламный кабинет, куда будет доступ у каждого владельца локации. То есть первоначально мы за это не будем взимать никакой оплаты. То есть каждый владелец локации будет абсолютно в равных пропорциях, значит, давать свои объявления и, соответственно, крутиться в виртуальном интерактивном пространстве. Вот. И мы еще будем думать, да, над тем, будем ли мы взимать какие-то деньги за это. Ну, соответственно, когда пользователей будет очень много, естественно, там, соответственно, в том числе рекламодатели будут просто делать размещение уже на деньги. Но пока это такая привилегия для всех владельцев локаций. Размещаться абсолютно бесплатно. У нас есть сейчас три объявления, то есть три первых рекламных кампании. Это DexNet, Oasis и Codex. Вы на название не смотрите, здесь могут быть названия. В принципе, это для админов название, просто на скорую руку, для того, чтобы было проще ориентироваться в рекламных объявлениях. У каждого рекламного объявления есть своя статистика, вот, которую в дальнейшем вы тоже сможете наблюдать, смотреть. Можно формы объявлений, также можно выбирать геотаргетинг, да, то есть по каким странам либо городам мы показываемся, то есть это все можно будет делать. Когда пользователь проходит по локации в виде объявления, он нажимает на объявление, ему рандомно показывается одна из локаций, которая предоставлена в рекламной кампании. То есть в данном случай это Oasis, да, если мы сейчас перейдем в кабинет, мы видим, да, что сейчас, секундочку, мы видим, что Oasis, соответственно, вот два клика. Вы помните, да, был один, сейчас два клика. То есть таким образом мы эффективно можем показывать ваши локации всей аудитории, которая находится в виртуальном интерактивном пространстве.